Приветствую всех на канале Есть Поесть и предлагаю рецепт великолепных, нежнейших, пышных мягких булочек. Делаю я их из дрожжевого теста с добавлением творога. Но самого творога в тесте в виде крупинок вы не почувствуете. Он как бы растворяется, оставляя свой неповторимый сливочный аромат и вкус. Такая выпечка отлично подходит к завтраку или просто к чаю. Список ингредиентов открывайте под описанием к видео. Итак, свежие дрожжи раскрошила в миску, можно взять и сухие. Добавляю столовую ложку сахара из общего количества, пару столовых ложек муки с горкой, также из общего количества, и теплое молоко. Хорошенько размешиваю до исчезновения комочков, накрою и оставлю в теплом месте минут на 20. В миску, где будет подходить тесто, кладу целое яйцо и белок. Желток пойдет на смазывание. Добавляю сахар, соль, ванильный сахар и творог. Я беру мелкозернистый, если вы берете с крупными зернышками, протрите его через сито. Сюда же отправляю мягкое сливочное масло, которое я предварительно немного подтопила в микроволновке. Далее все тщательно перемешиваю венчиком. Нужно, чтобы масса получилась однородной, без всяких комочков. Выкладываю дрожжи, которые к этому времени увеличились в размере и поднялись такой шапочкой. Снова размешиваю. И добавляю совсем немного заранее промытого изюма. Вы берите на свой вкус. Далее, постепенно добавляя муку, замешиваю тесто. Сначала венчиком, насколько это возможно, а затем руками. Учтите, что добавление муки нужно контролировать. Возможно, вам понадобится другое количество. Это зависит как от самой муки, так и от творога, который вы взяли, ведь он бывает разной степени влажности. Поэтому добавляйте ее постепенно. В итоге тесто должно получиться мягким, даже слегка липким, но при этом не перенасыщенным мукой. Миску смазываю растительным маслом, выкладываю тесто, обваливаю его в масле, накрою и оставлю в теплом месте на 1,5 часа. Готовое тесто выкладываю на стол, слегка подпыленный мукой, и обминаю. После этого тесто нужно разделить на желаемое количество булочек. Я обычно делю на 12 частей. Каждый кусочек скатываю в шарик. Выкладываю на противень, застеленный антипригарным ковриком или пергаментом, накрою пленкой и дам постоять еще минут 20-25. После этого смазываю желтком, разбавленным с 2 столовыми ложками молока, и отправляю в разогретую до 180-190 градусов духовку минут на 25, а вы ориентируйтесь по своей духовке. Можно дать булочкам немного остыть, а можно подавать с пылу с жару. Посмотрите, какие они мягкие. А кухня наполнена умопомрачительным ароматом. Я уже говорила, что они получаются просто нежнейшими. Отлично подойдут к завтраку. Их можно подавать со сливочным маслом, с вареньем или джемом. Посмотрите, ну просто пух. Структура необычная. Если вам понравился этот рецепт, не забудьте поставить лайк и обязательно напишите комментарий. Смотрите на моем канале и другие рецепты выпечки, и не только. А также подписывайтесь на канал Есть Поесть. А я желаю всем приятного аппетита, удачных экспериментов на кухне. Увидимся в следующих видео.